впечатление о гонке. Трасса шикарная была, не пылила, рабочая. Самому немножко не повезло во втором заезде. Сцепились с лидером, с Колчиным, с Дмитрием, перевернулись. Вот, второй заезд не удался, а первый вторым, третий заезд тоже вторым. По общему не знаю, сейчас посмотрим. Я думаю, должно быть в тройке, в четверке место. Какие необычные моменты были? Необычные моменты. В третьем заезде была борьба с Власовым. Вот. Больше полузаезда я лидировал. Рубили с ним, то он обгонит, то я. Вот. Интересный очень был третий заезд. Какие-то выводы, может быть, вы для себя сделали? Первые два заезда ехал на новом квадрике, не опробованном, можно сказать. Вот. Третий заезд сел на свой старый, уже опробованный, и он, оказывается, на этой трассе лучше и ходовая работала, и мотор лучше ехал. То есть надо было ехать на старом, может, было бы и поудачнее в начале, с первых заездов. Гонка прошла нормально, как бы впечатление хорошее. Погода внесла свои коллективы. Сложности были, с утра дождик был, поэтому как бы все это, конечно, зрителей немного, да, но в общем-то все прошло хорошо, главное, без серьезных травм у гонщиков, как бы атмосфера хорошая была, как бы все вроде бы трассы остались довольны, так что как бы в общем-то все хорошо. Да, фактически и организаторы подготовились хорошо, и машинку вот недавно мы установили свою. И судейская бригада отработала на отлично. И фактически, действительно, как сказал Руслан, о том, что все остались довольны, насколько мы понимаем, и в каких-то ситуациях, конфликтах не произошло, как, в общем-то, бывает. Все были довольны результатами. Ну, тем не менее, победили сильнейшие. Главное, без травм. Да. Все было хорошо. Второй этап чемпионата России по квадрокроссу. Утром был дождь, квалификация была грязная. В первом заезде я выиграл старт и приехал первым. Во втором заезде ехал первым, но соскочила цепь, из-за этого сошел. И в третьем заезде тоже выиграл. Нет, был второй со старта и выиграл гонку. Не знаю, какое у меня в общем место получилось. Трасса мне понравилась и все очень хорошо. Конечно, в результате разбилось, потому что в результате погодных условий. Но, в общем, организация была отличная. Всем очень понравилось. Спасибо организаторам. Спасибо всем, все было отлично. Для меня большая честь просто... Будем надеяться, что в дальнейшем увидимся здесь, на этой же трассе, на очередном этапе чемпионата России.